как-то раз мы с Петровичем пили пиво. Петрович говорил, как он гордится нашей культурой. Пушкиным, Достоевским. Вот это, блин, чудное мгновение. Я думаю, что в путешествиях люди ищут новые, доселе неизведанные впечатления. Прежде всего, а иногда ищет самих себя. Может быть, даже самих себя ищет гораздо чаще. А еще они уходят из привычной для них жизни, привычной для них обстановки, которая становится такой вытянутой, тягучей, превращается в один день для того, чтобы украсить свою жизнь. Вот елок в лесу много, но новогодняя елка, украшенная игрушками, вот которая стоит у меня в углу круглый год, она одна. Поэтому вот путешествия — это такие елочные игрушки на елке. Я, когда мы путешествуем, в первую же встречу, когда мы садимся за столом, я прошу каждого коротко рассказать про себя. Не только как зовут, но и откуда приехал, чем занимается, или чем занимался, или чем хочет заниматься. И в путешествиях со мной очень много совершенно неожиданных, ярких встреч, которые меня еще обогащают не только тем, что я делюсь своей любовью к тому или другому месту, или открываю новое, но еще и открываю людей. Мне это очень интересно, потому что, по-первых, специальности я психиатр, но это психиатрия не имеет никакого отношения, а просто мне интересна личность человека. Это очень интересные и совсем не похожие судьбы. И когда они рассказывают про себя коротко, то открываются какие-то... Ты еще путешествуешь не только по стране, ты путешествуешь по миру этого человека. И поэтому все как-то близко очень дружат потом, и всем интересно друг... И каждый интересен друг другу. Роль души компании – это как раз сделать так, чтобы вот эти люди, которые прилетели из разных совершенно мест и совершенно не знают друг о друге ничего, и будут всего три дня вместе, стали как можно быстрее теплой компанией. И вот это очень важно. И, в общем, это происходит, поверьте мне, уже к ужину первого же дня, это уже компания. Вот я для себя придумал, что цель поезда как раз со мной, да, это сделать так, чтобы люди полюбили это место и вернулись туда еще раз уже без меня. Вот так со мной произошло уже с упомянутыми Соловками, с островом Иске, с Венецией, куда я возвращаюсь много раз, понимаете. Ну, Венеция, я просто живу, я там купил себе квартиру, чтобы уже зарегистрировать свои отношения с Венецией официально. На Иске я возвращаюсь лет 15. На Соловках я тоже много-много раз был в разные годы. И там познакомился со своей женой. Атмосфера места – это очень личное для меня. Вот это не... Можно вспомнить какие-то приключения, их очень много. Я написал книгу «Моя Венеция», я написал книгу «Заметки пассажира», где очень много посвящено Соловкам. Я написал книжку «Заметки авиапассажира», где посвящено много Иске и Неаполю, например. Да? Историй много, но важная, самая важная история – это место и люди, которые живут в этом месте, с которым ты встречаешься. Потому что только через призму человека, любящего это место, можно увидеть и понять это место само. И в данном случае, возвращаясь к теме душа компании, которая любит это место и знает,
Это как раз та самая призма, через которую путешественник может увидеть и полюбить это место. Потому что человек так устроен, что у него есть чувственное восприятие пространства, да? Чувствилище, сенсориум так называемое, и рациональное – это вот то, что человек познает через мозг, да? Узнает. Это знание. Вот знание от историка, а чувство от души компании. Это еще одна очень важная функция, которую выполняет этот человек. 4 дня назад я шел по Кропоткинскому бульвару. Это совсем не связано вроде как с путешествиями. Шел по Кропоткинскому бульвару. Ко мне подошли 2 совершенно молодых человека и сказали, здравствуйте, Андрей. Мы вот прочли с удовольствием вашу книжку «Моя Венеция». И только вчера вернулись с этой книжкой из Венеции. И она нам так помогла, и мы полюбили Венецию так же, как любите ее вы. И спасибо вам большое. Мне кажется, это было очень трогательно на Кропоткинском бульваре в Москве. Ну, много разных историй и с другими местами, но, пожалуй, вот это вот последнее, то, что произошло буквально несколько дней назад, самое трогательное.